Добрый день, друзья. Меня зовут Кочетков Александр. Сегодня 23 апреля 2016 года. Хочу объявить. Город так мне начинает нравиться. В окошечко смотришь. Так это преображается. Травка полезла. Люди наводят порядки в городе. Хочется тоже внести свою лепту в красоту города. Объявляем беспрецедентную лотерею, акцию, праздник. Сегодня и завтра, то есть 23-24 апреля, кто придет к нам в офис и попробует наш продукт, среди тех людей будут разыгрываться подарки от компании Жанес. То есть главный приз — это крем для тела, который убирает шрамы, ожоги, растяжки, целлюлит и так далее, папилломы, ну много чего. То есть на самом деле то, что вам не нравится в вашем, на вашем теле, того не должно там быть по определению. Но так как наш организм не получает должной помощи, из-за этого он становится, точнее наша кожа, наше тело становится менее привлекательно, прекрасно и все такое. Если вам что-то в вашем теле не нравится, обращайтесь, мы будем это решать. Мы будем разыгрывать вот крем для тела. Это среди тех, кто у нас придет, попробует. И все. Все, кто придет. Даже среди тех, кто кого-то пригласит сюда. Вот, кстати, так сделаем. Беспроигрышное будет, потому что если человек к нам придет и попробует инстантли, три таких сашета лично от меня вы получите в подарок. То есть еще попользуйтесь, понравится, не понравится. Это ваше право. Это на самом деле подарки. Будут бесплатно подарки. Вот. И как мы разыграем? То есть каждый, кто будет к нам приходить, мы будем по его результатам делать фото или видео отчет. Каждому человеку будет назначаться его номер. Ну и путем нехитрой манипуляции с бочонками лотерейными мы разыграем эти призы. Ну, а для автолюбителей будет еще отдельно FF5-ский подгон. Будет еще разыграно два бутыля буста. Вот. Ну, я думаю, это нормальные подарочки. А может, 4 будем дарить? А давайте 4 подарим. Вот. В общем, у вас есть 2 дня. Если вы станете нашим партнером за это время, то вы получите столько подарков, сколько вы сами себе пожелаете. В общем, заинтриговал. А теперь ноги в руки, на телефон. Звоните мне, договариваемся, встречаемся. Встречаемся здесь. Эксперименты будем проводить здесь. В общем, жду вас всех. У нас есть, напоминаю, 2 дня, 23-24 апреля. Давайте покрасивее. Город преображается, и вы преображаетесь. Всем удачи. Будут вопросы, пишите, звоните. Я здесь, я вас жду. Пока.